Хотя что-то у меня особо красиво, куда идти нечего-то. Тогда не пойдем. Увеличь немножко карту. Вот, еще немножко. Вот, какие там дома. Женька выбирает маршрут. Вот Тольятти. Снимаешь, что ли? Да что ты будешь делать опять? По Тольятти. Тольятти ездим, потом покажешь своим этим. Ну вот я потом это где-то в серединке там и вставлю, как Женька маршрут. И вписываешь. Да, покажи, что ты там вписываешь. Ну, какой-то домик. Особо-то некрасивый. Да, ну, вообще. Ну, интересно, смотри, здание какое. Современное здание. Ай, так, не успела. С Серафима Саровского тогда не пойдем смотреть, а рассмотреть. Ну, там просто амбар какой-то. Амбар. И церковь. Амбар. Матери. Да что ты? Амбар какой-то. Подожди. Может, с этой стороны еще. Как-то прям Тольятти какой-то непонятный там город. Прибрежный парк. Потом в прибрежный парк. Ну, сейчас он не так выглядит. Ну, наверное, да. Ну, ладно. Хуже раза в три. Это, ой, какая красота там была. Ты прям не даешь посмотреть людям. Покажи бумажечку, что там написал. Ну, покажи, что ли. Ну, что там, по юбилейной пойдем. Ну, ты мне на камеру покажи ее, вот так открой. Ну, дай. Вот Женька вот так вот. Подарила я ему отрывной... Не календарь, а как его? Очень полезная вещь. Отрывную бумажечками, что, ну, короче, чтобы отрывать. Записывал. А он из него сделал блокнот. Сейчас посмотрим. Да? Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы в Тольятти. Вот такой здесь у нас тигр есть. Это, видимо, цирк. Такой подвесной. Интересный такой. Ты будешь фоткаться? Такой подвесной прям. Там дом мебели вроде бы как. Тут Женька. О, фонтан. Тут постройки, смотрите, какие старые. Разрушенные. Тольятти находится в нашей Самарской области. Я никогда, по-моему, таких не видела. Церковь. А. Да что ты, вот только приехали. Ты прям как Илюха. Ей-богу. Thank you.
А, она типа мороженка, наверное. Это типа мороженка. С той стороны, да? А? Сфоткаешь меня? Тут храм Преображенский храм. Какой красивый. Вот тут какие рисуночки. Интересно. А тут арочки. Полукруглые окна. Очень красивые. Люблю такие полукруглые окна. Именно вот большим полукругом. Арки, колонны. А, там колокольчики висят. Смотрите. Как красиво. Не где-то там высоко, а низко вот здесь прям. И тут такая полянка, люди, наверное, собираются и слушают. Такой прям целый особняк. Красота. На него можно любоваться вечно. Есть, конечно, и красивее, и другие. Как красиво. Попробуйте его рассмотреть. Какой он прекрасный. Трехэтажный. Как прям особняк. Елочки, какие они пушистые, красивые. О, какие елочки. А тут окошко, и в нем стоит кто-то. Кто же там стоит? Напишите в комментариях, кто это.